Руководство НАТО заинтересовано в сохранении договора о ракетах малой и средней дальности, ДРМСД, и привлечении к участию в нем новых стран, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Westfälische Rundschau. Во время беседы Столтенберг обвинил Россию в несоблюдении ДРМСД и призвал ее в течение 6 месяцев, такой срок ранее обозначили США, вернуться к выполнению договора. Он отметил, что НАТО продолжит работу над сохранением договора и изучит соответствующие инициативы. Россия неоднократно выражала недовольство ДРМСД, так как он запрещает оружие, разработанное и размещенное такими странами, как Китай, Индия, Пакистан или Иран, считает генсек НАТО. Однако, по его мнению, подобная ситуация не повод нарушать соглашение, а повод укрепить договор и привлечь к нему большее число стран. США осенью заявили о намерении выйти из ДРМСД, обвинив Россию в его нарушении. 2 февраля истек срок ультиматума Вашингтона, в котором он потребовал от России уничтожить ракеты наземного базирования 9М729, по мнению США и НАТО, именно они нарушают договор. Процесс выхода США из договора займет несколько месяцев. Россия все обвинения в нарушении ДРМСД отрицает, а президент Владимир Путин предупреждал о зеркальных мерах со стороны Москвы на решение американцев. При этом президент США Дональд Трамп в своем послании Конгрессу допускал, что после ДРМСД может быть разработано новое соглашение, куда помимо Соединенных Штатов и России войдут и другие страны, в частности, Китай.